Сегодня рентгенологическая диагностика, конечно же, отличается от той, что была 20 лет назад. Современные аппараты должны соответствовать совершенно другим критериям. В частности, снимок должен быть сделан быстро, и качество его должно быть высоким. Но и самое важное, современные аппараты должны иметь низколучевую нагрузку. Именно такой рентгенологический аппарат появился летом прошлого года в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. Этот аппарат является цифровым, то есть сделанный снимок тут же оцифровывается и в течение нескольких секунд выводится на экран. После он может быть распечатан на специальной пленке или же записан на диск. Однако самым главным достоинством данного аппарата является низкая лучевая нагрузка. Его лучевая нагрузка приравнивается к полету на лайнере примерно. Поэтому мы, вот, например, у нас в центре, в ВУЗе, на этом аппарате проводим рентгенологические исследования, которые заменяют флюорографии, поскольку его лучевая нагрузка гораздо меньше, чем флюорографическое исследование. А снимок большой, и на нем в мельчайших деталях можно рассмотреть все подробности. Низкая лучевая нагрузка делает аппарат безопасным для детей любого возраста, в том числе и первого года жизни. Даже повторные снимки не нанесут вреда здоровью малыша. А специальные приспособления, которыми обладает центр, сделают процедуру комфортной как для ребенка, так и для мамы. У нас есть специальное такое устройство, оно, кстати, есть не во всех рентгенологических кабинетах города. Оно облегчает обследование детей до года. То есть оно фиксируется в различных положениях. Здесь можно с помощью специальных липких лент зафиксировать ребенка в удобном положении. И маме удобно его, конечно, держать. На сегодняшний день услугами современного рентгенологического кабинета могут воспользоваться не только маленькие пациенты центра, но и взрослое население Рязани. Для этого просто нужно обратиться в Центр детской гематологии, иммунологии и онкологии, который находится по адресу улица Строителей, 5В. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».